Поднимался сегодня в рамках заседания правительства и вопрос с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в республике. По данным Минздрава, пик миновал, он пришелся на конец января, начало февраля. Пик-порог тогда был превышен в 2 с лишним раза. Сегодня лабораторно подтверждено 246 случаев гриппа, из них 15 у беременных женщин. Зафиксирован один случай смерти от гриппа, есть случаи гибели от пневмонии. Большинство всех заболевших осенью не поставили прививки. Несмотря на то, что вирус постепенно сдает позиции, ограничительные мероприятия по-прежнему проводить необходимо, считают медики. Говорилось в рамках встречи сегодня и о соглашениях с федеральным Минздравом. Таких на этот год заключено 12, в том числе на оказание паллиативной помощи. Хакасия получит около 20 миллионов рублей. Кроме этого, впервые в республике Хакасия у нас по внепроектному соглашению определено финансирование второго списка ВМП. Никогда республика Хакасия не участвовала в федеральном заказе на оказание высокотехнологичной помощи. Если финансирование высокотехнологичной помощи за прошлый год, у нас 3246 человек получили эту помощь, из них 1708 человек получили высокотехнологичную помощь в условиях наших медицинских учреждений. На этот год 100 миллионов рублей на 300 случаев оказания помощи.